Очередной единый день безопасности дорожного движения проходит в республике под девизом «Не останься равнодушным». Он посвящен профилактике случаев, когда участники скрываются с места дорожно-транспортного происшествия и оставляют пострадавших без помощи. Сотрудники ГАИ напомнят водителям об ответственности за оставление места происшествия, правильном порядке действий, причинах и последствиях дорожных аварий. В прошлом году 106 водителей скрылись с мест ДТП с пострадавшими. В этих происшествиях погиб 21 человек и 87 получили травмы. В 13 случаях водители находились в состоянии опьянения. Большинство подобных инцидентов связаны с наездом на пешеходов и происходят в темное время суток. Водители скрываются в надежде избежать ответственности, но, как показывает статистика, практически во всех случаях, за крайне редким исключением, нарушителей находят. В случае совершения ДТП бегство становится лишь отягчающим обстоятельством. Напоминаем, необходимо оставаться на месте, принять меры к оказанию помощи пострадавшим, вызвать скорую, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию, обозначить место ДТП, сообщить о произошедшем в милицию. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих.